Друзья, ванила фрайс, еще одна посадка метельчатой гортензии. У нас ванилы очень много по территории, потому что от нее взгляд не отвести. Зимостойкость великолепная, до минус 40, укрытие не требует. Сажаем на солнышко, хотя выдерживает и полутень. Но тогда интенсивность цветений и размер цветков будет намного скромнее. А нам же нужно лето северное, короткое в Подмосковье. Нам нужно, чтобы это был праздник-праздник. Поэтому сажаем на солнышко и поливаем. Поливаем в течение недели, два раза в неделю, по 4-5 ведер воды. То есть прям напитываем почву. Тогда цветоносы становятся мощные, вертикальные. Сами по себе они достигают до 40 сантиметров длину, ширину 20 сантиметров. В июле-августе нежно-белого цвета, переходящий в розовый к концу августа. И вот сейчас интенсивность такая глубокого розового цвета у метельчатой гортензии ванила фрайс. Очень красивый сорт. Один из самых лучших.